старт районной лиги КВН был дан еще в 2008 году. Сейчас, в год 30-летия независимости Казахстана, особое внимание уделяется не только достижениям независимости, но и молодежи, которая внесла свой вклад в развитие страны. Отсюда и тема игры «За нами будущее». Организатор мероприятия – молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Акимата Денисовского района. Четыре команды участвуют в данной игре. Это команда Денисовской средней школы номер 3, вторая школа Денисовской средней школы номер 2, новая команда села Крымского, общеобразовательная школа. Также участвует колледж. Покажи мне Россию. Здесь. Теперь покажи мне США. Здесь. А где Казахстан находится? Здесь. Команда ДПТК «Лайф» – постоянный участник районного КВН, призер молодежной лиги. В команде у нас я преподаватель и четверо студентов третьего курса. Играем недавно. Ну, сам лично я, конечно, долго уже играю, еще в колледже, в школе играл. Ребята, которые со мной играют, уже в третий год мы играем вместе. Ну, пока сильных таких, конечно, достижений не было у нас. Вот, надеемся сегодня взять первое место. Хотя бы призовое. Команда Денисовской школы номер 3 – единственная, кто выступал на государственном языке. Педагоги этой школы принимают участие в КВН. Конкурсантов оценивали члены жюри, председатель, известный в области поэт и патриот Батырбек Калимов. Честно говоря, идя сюда сегодня, я не ожидал, что будет так круто. Было достаточно, опять же, таких едких замечаний в юмористической форме, которые связаны, ну, например, с дорогами в нашем селе, с нашей жизнью, с учебой в школе. И это не может не радовать, то, что молодежь продолжает традиции и продолжает эту прекрасную игру. Воспитание чувства патриотизма, установление дружеских контактов, поддержка творческой молодежи – такие задачи ставили перед собой организаторы. Все участники игры получили памятные подарки. Третье место разделили между собой ДПТК «Лайф» и «Тойимуйнак». Второе – на «Лайте». Победители – команда «Недоразумение». Хочется поблагодарить вот именно организаторов отдела внутренней политики, МРЦ, то, что вот именно в 30-летней независимости они проводят именно вот такое мероприятие, потому что уже буквально уже 2 года не проводилось КВН, и мы прям очень рады, то, что именно сегодня будет такая игра. Школьники, студенты, молодые специалисты. Около 3700 жителей Денисовского района относятся к категории молодежь. И для них эта игра – лучшая форма досуга. Валерия Зиновьева, РТН, Денисовский район, при содействии телекомпании «Акцент».